У нас сегодня в гостях Люцина Зипова. Мы с ней учились в школе еще. И так получилось, что пересеклись в одной сфере, в IT. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас? Я сейчас в Амстердаме. Я сюда хотела переехать еще год назад. Появились планы, но потом началась пандемия, и все планы пошли к черту. Но в итоге я искала работу довольно долго, потому что сначала компании не хотели привозить. Там у них прямо в требованиях стояло, что никого не везем. Харим только тех, кто уже на месте. Плюс некоторые не хотели с документами морочиться, потому что там тоже некоторые что-то там закрыто, что-то не работает, что-то очень долго делается. Но в итоге нашла, переехала. Вот я уже 3 месяца здесь. Вот. Как тебе новая страна? Да, здесь очень круто. Я здесь была 2 раза до этого как туристка. Ну, так когда я приезжала, я думаю, что, блин, нет, я здесь не буду жить. Здесь слишком все очень свободные, все такие правильные. Ну, как-то вот вообще менталитет кардинально отличается, и мне аж прям не по себе было. Но вот потом как-то подумали, решили, блин, а почему мы отвергли этот вариант? И наоборот, я начала читать всякие статьи, и я поняла, что мне философия жизни откликается очень сильно у голландцев. То, как они относятся к себе, к жизни, к окружающим, и как страна вообще к своим гражданам относится. И просто хотелось жить в стране, где страна заботится, государство заботится о своих жителях. И плюс здесь для экспатов очень много возможностей, как там, машину, квартиру купить, все без проблем можно, лизинг, ипотеку. Класс, класс. Давай еще расскажем, кто ты. Да, у меня обычно в гостях люди из IT, либо HR из IT. Ты сейчас, я насколько понимаю, QA-инженер, да, и в IT-компании. Да, я QA-инженер, и еще мне поручили роль скрам-мастера, так что я сейчас пытаюсь совмещать эти 2 роли. Вообще в этой компании я первый QA-инженер, то есть там вообще не было. Меня даже очень интересно собеседовали. Они не знали, как собеседовать, что вообще, как оценивать, да, какое даже задание давать. Интересный опыт. Это типа стартапа на данный момент, получается, компания? Нет, она появлялась как стартап 11 лет назад, но она очень долго была там в режиме стартапа. За последние 2 года она очень выросла, и она входит в группу компании Shell. То есть Shell инвестирует, спонсирует компанию, в общем, вкладывается. И сейчас, ну, у нас сотрудников где-то около 400. Я просто очень часто слышу от разного уровня тестировщиков, QA-инженеров о том, что компания, когда ей уже 11 лет, и когда там уже разработка есть, не может существовать без QA-инженера. И я мне тоже скажут, так как это? А кто занимался этими процессами в компании до тебя? Ну вот в моей команде, ну такое тестирование скорее, UI-тестирование проводил дизайнер. Ну разработчики сами, они пишут там юнит-тесты, сами что-то потестят. Я тоже была очень удивлена, то что, ну, большая компания и без QA-инженеров. И причем они, когда меня брали, у них несколько команд нуждалось в QA-инженере, но они хотели взять только одного человека. И то есть мне сказали, вот выбирай команду, ты пойдешь. Блин, как? Я не знаю, мне там... Ну, в общем, пришлось еще пообщаться с ними, подумать и выбрать одну команду. Сейчас там еще в другие команды тоже ищут специалистов. Если что, да, мы оставим, ну, контакты, наверное, мои, чтобы тебе очень много людей не писало. Я уже тебе буду передавать QA-инженеров, если да, будут такие ребята, которые хотят либо релоцироваться, либо уже там находятся. Вообще, интересно, знаешь, такая тема, когда я общаюсь с ребятами из разных стран, которые релоцировались, почему есть желание вообще релоцироваться в другую страну и работать именно в IT-компании в другой стране? Платят больше. Да, ну, в России очень-очень мало платят, ну, просто, ну, я не знаю, очень. Даже вот если с Украиной сравнивать, в Украине, там, во-первых, в долларах в основном, ну, изредка в евро, но все равно там больше зарплаты. Конечно, не так, как у разработчиков, а у QA-инженеров, имею в виду, поменьше, но все равно больше, чем в России. А здесь, в Амстердаме, например, люди хотят приравнивать, чтобы все профессии были примерно равны. Здесь нет такого, что айтишник получает много, а там монтажник чуть-чуть. Здесь все примерно одинаково получают, ну, поэтому здесь вот даже нет особой разницы между QA-инженером и разработчиком.
У них зарплаты примерно будут одинаковые. Что заставляет релоцироваться, это скорее, ну да, зарплата плюс это в валюте, как бы рубль падает. Нестабильная валюта у нас, да. Да, в Украине доллары, здесь евро, на Кипре тоже евро. И вот больше платят. Вот я, когда на Кипр переезжала, меня взяли как джуниор, у меня было 2 года опыта. Меня при этом CTO спрашивал, что вот мы собираемся тебе сделать оффер, но на позицию джуниора, ты согласна? Ну, мне сообщили, что зарплата будет поменьше. Я думаю, ну, наверное, да, но давайте оффер, я подумаю. Я увидела там какую сумму и думаю, блин, ну это на джуниор, конечно, согласна. То есть, да, там... То есть там намного выше, ага. Я поняла. Просто я сталкиваюсь с таким мифом о том, что в Москве, например, зарплаты, они в целом для разработчиков, например, синьора, они практически такие же, как и, допустим, в Берлине. Я просто вот с Амстердамом и, например, ты до Кипра работала в Казани? Да. В казанской компании. Ну да, если с казанской я сравниваю, то да, действительно, там есть большой разрыв. Если с московскими сравниваю, то там не сильный. Если в техническом плане говорить, то насколько сильно отличается работа в IT-компаниях, например, в том же самом Кипр, да, Европа, если говорить, и в России? То есть есть ли какие-то вот такие плюсы, минусы в обеих сторонах? Да, чуть-чуть добавлю про Германию. Германию, мне кажется, поменьше платят. Мне туда я получала оффер. Мне что-то не понравилось, сколько денег они предлагают. Отличие, ну, мне кажется, в других странах IT на более современном уровне. В России это более такие классические компании, я не знаю, не сильно отличающиеся от банков. Но если это не стартап какой-нибудь, то там будет все довольно строго. Например, здесь, вот я когда пришла в эту компанию, очень чувствуется разница, потому что здесь менеджеры заботятся о том, чтобы тебе как сотруднику было комфортно, тебе все хватало там и в эмоциональном плане, и в физическом, там, и по времени, и все, и чтобы тебя там никто не беспокоил, не обижал. То есть он заботится о том, что ты был счастливым сотрудником. А ты как счастливый сотрудник, ну, тут вера в то, что счастливый сотрудник делает свою работу отлично. И поэтому все усилия вкладываются именно на благополучие, так сказать, сотрудников. В России, мне кажется, я лично чувствовала давление в плане того, чтобы там какой-нибудь результат нужно принести, там часы отсидеть, еще что-то, документацию написать прям очень жестко, там по каким-нибудь стандартам. Подруга делилась со мной некоторыми тестовыми заданиями, она там просто ради интереса проходила собеседование в Казани. Там такие задания, что просто, ну, они очень скучные, они очень однообразные, там все одно и то же, неинтересно, и все очень строго там по стандартам должно быть. Ну, как прям вот рядовой тестировщик. Мне такое не очень нравится. Я все-таки вижу профессию QA-инженера как более творческую. Да, на самом деле есть такая проблема не только в тестовых заданиях у тестировщиков и у разработчиков, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что, например, дают тестовое задание, и мне нужно еще продать это тестовое задание, чтобы кандидат решил его и решил нормально. Да, потому что тестовое задание, оно как бы не соприкасается с тем, что тебе реально нужно будет делать. Это просто для того, чтобы проверить какие-то базовые знания. Я думаю, ну вот зачем? Зачем вы это делаете? Дайте нормальное тестовое, которое покажет хотя бы человеку, что ему конкретно нужно будет делать. Я даже когда делала тестовое в Амстердам, мне прям так нравилось. Я могла потратить там дней 5, прям сидеть до ночи. Мне прям очень нравилось их делать. И вот, да, это правда решает, что если тестовое делать интересно, то есть интерес компании. Если нет, то как-то, ну, нет. Это еще и повышает лояльность сотрудников будущих компаний, и не только будущих, но и в целом, как бы, те, которые тоже не подошли, но им интересно было выполнить, это тоже своего рода прокачка определенных навыков, мне кажется. Да, это точно. Мне кажется, я на одних тестовых нормально так прокачала свои навыки автоматизации. По поводу, кстати, да, автоматизации, ручного тестирования. Я, насколько понимаю, ты сначала с ручного тестирования начинала. Да, я вообще тогда на первое место пришла работать, я не знала, кем меня возьмут, я пришла на помощника сисадмина, в итоге меня взяли тестировщиком, то есть я не знала, что это такое вообще, и да, я была сначала мануальным
потом понемножку начала включать автоматизацию, сначала в основном UI, и, ну, мне было интересно тоже API-шки, то есть тесты на API-шки писать, но не было как-то возможности, и вот сейчас я как раз занимаюсь API-тестами. А через какое время ты начала подключать автоматизацию в тестировании? Ну, в работе, наверное, года через 3, да, 2-3. А мы можем немного вот рассказать для тех, кто сейчас, например, из начинающих рекрутеров нас слушает, либо из начинающих тестировщиков, которые хотят вот в эту профессию влиться, кто такой ручной, там, manual, да, тестировщик, и кто такой QA-инженер, и, возможно, если сталкивалась, кто такой QC-инженер, quality control. Quality control, вот насчет quality control, я не знаю, мне кажется, это уже немножко такое разделение на уровне Intel, ну, в общем, что это такие вот какой-нибудь большой компании, где очень четко... Ну, чаще всего, да. Ну, ручной тестировщик — это тот, кто вручную выполняет тесты разные, набор действий, и проверяет результат с ожидаемым результатом. А QA-инженер — это немножко обширнее, это человек, который отвечает за качество продукта и составление каких-то тест-кейсов, и выполнение, и анализ, что нужно протестировать, и оптимизация тоже затрат на тестирование. Ну, то есть, по сути, можно стартовать после там университетской скамьи с ручного тестирования и потом постепенно переходить уже в QA и в автоматизацию. Еще такой вопрос интересный, то что QA-инженер — это же не всегда автоматизатор. QA-инженер — это просто такое, ну, просто понятие как инженер, который отвечает за качество. Он может быть как ручным, так и автоматизатором, может и так, и так. Может, там при желании, там, если, допустим, его задалбывают одно и то же руками тыкать, он может автоматизировать, чтобы себе работу облегчить. Я, кстати, с этого и начала. Мне просто надоело одно и то же выполнять, постоянно руками вот это сидеть. Я в итоге автоматизировала, потом сидела, просто пила чай и смотрела, как оно все бежит. Вот. А какие инструменты ты использовала, чтобы какую-то рутинную работу автоматизировать? Мне универ еще в этом помог. Я в универе изучала Java, мы 2 года ее изучали очень мощно. Поэтому у нас очень много разработчиков из одногруппников, например, Java плюс Selenium. Плюс SMG. И по поводу вопроса, после универа можно ли начинать сразу с мануальным тестировщиком идти? Ну, зависит от универа тоже и от уровня подготовки. Там, может, какие-то курсы уже пройдены. Мне кажется, все зависит от знаний. Если очень сильно человек изучал автоматизацию и уже шарит в ней, он может сразу и автоматизатором пойти. Или если он пытался быть разработчиком, но не очень получилось или не очень понравилось, как правило, автоматизаторы недоразработчики, так сказать. Я часто сталкиваюсь с тем, что тестировщики дальше хотят уже в разработку. Либо сталкиваюсь с тем, что, например, ручные тестировщики хотят либо в менеджерство, либо в автоматизирование, естественно. Ну, больше все-таки в автоматизирование. Для себя ты сейчас какие профессиональные ветки развития видишь? Что тебе сейчас интересно? Где ты хочешь развиваться? Хороший вопрос. У меня всегда выбор там автоматизация или аналитика. Мне просто интересно еще очень аналитика системная, там, BSA. И я там то выберу автоматизацию, поавтоматизирую, потом мне надоест, думаю, нет, не хочу аналитику. Вот, я даже когда во Львов переехала, я сначала пыталась найти работу аналитиком, каким-нибудь джуниором, потому что опыта нет. Нет, я вообще, я даже как-то в Чехию нашла вакансию, мне сделали офер на аналитика, мне очень понравилось, мне очень хотелось, но очень мало предложили. Мое внутреннее эго не позволяет мне на меньшую зарплату соглашаться, поэтому не пошла в аналитика. Сейчас не знаю, я всегда склоняюсь к совмещению, то есть не сидеть тупо 100% автоматизировать, не сидеть тупо там писать какие-то документации и анализировать, но совмещать вот чуть-чуть там, чуть-чуть тут. И таким образом не надоедает ни то, ни другое. Ну да, так интереснее намного. И знания, мне кажется, обширные. Да. Плюс дальше рост возможен в менеджерстве и так далее, если дальше хочется совмещать также и расти профессионально внутри компании. А по поводу, кстати, дата-аналитики, может быть, что-то думала, либо это
сопричастные вещи. Да, эта аналитика мне никогда не нравилась. Не нравилась? Нет, на Кипре я была в одной команде, там постоянно переорганизовывались команды, и я тоже была в нескольких. Там как раз-таки было связано с репортингом, с кучей данных, и там у меня даже тестирование было связано с тем, что нужно тестировать кучу данных. Но мне не очень интересна эта тема, я с той команды потом ушла. Вот, так что да. Как ты считаешь, чтобы вот быть классным тестировщиком, какие нужны, возможно, личностные качества? То есть далеко не всем интересно в тестировании так долго. У тебя сколько лет опыта в тестировании? 6. Ну, достаточно много, да. Но ты растешь. Ты как бы не стоишь на месте, у тебя плюс еще и разные должности. Я думаю, что инженер должен уметь отстаивать свою точку зрения. Это важно, потому что чаще всего с ним не согласны там, по разным причинам, в разных случаях, ситуациях. Но он должен уметь находить ответы, если нужно там, дойти до последнего человека, который что-то об этом знает, и узнать ответ. И да, уметь отстаивать свою точку зрения. Я думаю, что я бы не задержалась здесь в качестве тестировщика так долго, а если бы там придерживалась каких-то правил там стандартных, вот то, что вот то, чему учат вот обычно, там какие-то типы, виды тестирования, там еще что-то. Мне кажется, здесь нужно творчество проявлять. Это такой, QA-инженер это еще такой творческий человек, чтобы подумать, а если вот так, а если вот так, то есть отталкиваться не от какой-то там теории, а именно от своих каких-то внутренних ощущений и от того, как продукт должен использоваться по назначению, то есть каким образом, как его будут использовать, кто его будет использовать, зачем, какие вещи очень важны. А вот ты много достаточно собеседований, насколько понимаю, прошла в разные компании, в российские, не в российские, международные и так далее. Какие в основном вопросы задают рекрутеры на собеседованиях? Именно вот рекрутеры на каких-то первичных этапах? Ну, первый скрининг, чаще всего они просто спрашивают про опыт в других компаниях и что хотелось бы, какой хотелось бы работать, там, описать идеальную команду, идеального менеджера. Бывает такое, спрашивают, могут спросить про ценности, что ценю в команде или в компании. Почему хочу идти тоже, бывает, спрашивают, если там это с релокейтом, то спрашивают, зачем хочешь релоцироваться. То есть по техническим навыкам там рекрутеры не задают вопросы? Да, могут спросить по инструментам. Такие общие вопросы чисто. Работал, не работал, да? Ну да, про автоматизацию ручное, потом какие инструменты для автоматизации, там просто или назвать список по методологии разработки, там Scrum, Kanban или просто Agile. Отличаются ли этапы собеседования в России и в других компаниях? Ну, например, отличаются ли с тем, что на Кипре, и с тем, что сейчас вот в Амстердаме? Ну, в целом, этапы те же. То есть сначала скрининг, это чаще всего call с HR, какие-то такие общие вопросы. Голландцы, кстати, очень любят звонить на телефон, даже если вот я была в Украине, они просто звонят на телефон, и там 10 минут пообщаться, вот такой у них иногда был формат. Чисто узнать, вот как человек человеку позвонил, там, узнать про него, там, что это, что из себя представляет, уже передать дальше. Этапы могут отличаться. Вот, например, когда я сюда собеседовалась, здесь многие компании, они сначала общались как бы behavior interview. Да, здесь, кстати, это очень популярно. Сначала behavior, то есть смотрят там какие-нибудь лиды, руководители общаются, смотрят, что это за человек. Всем дают тестовые, если все хорошо. И если тестовое им нравится, то назначают еще одно, чтобы обсудить это тестовое. Вот, и уже тогда делают офер. Да, вот несколько компаний были такими. Но чаще всего это вот такие, если нет тестового, то просто техническое собеседование на час и потом behavior интервью. Или там, если есть тестовое, то сначала техническое, потом тестовое, потом behavior. Ну, это как-то так. Что интересно, я не думала, что кто-либо когда-либо вообще может провалить behavior интервью, но чаще всего это же финальное
когда уже там технически все хорошо, как бы все человеку понравилось, и думаешь, ну как, ну, behavior, ну это же просто поболтать там, я не знаю, с директорами, там, с кем-нибудь из менеджмента. А я в итоге провалила один раз, это было в Амстердам. Мне задавали очень-очень странные вопросы, и я просто была в замешательстве. Видимо, им не понравились мои ответы, и они меня в итоге не взяли. Сказали, что, ну, мы вообще не ожидали. Говорю, ну, я тоже. Какого рода вопросы там задают такие? Один из вопросов — это если бы наша компания находилась там не в Амстердаме, а, допустим, где-нибудь в Испании, вы бы подали заявку? Я сказала, что, ну, конечно, нет, потому что мой поиск, я фильтровала вакансии именно по локации. Конечно, я бы не нашла, но что за глупый вопрос? Ну, люди, видимо, очень хотели, чтобы я прям влюбилась в их компанию, и я прям хотела попасть в эту компанию, прям мониторила их вакансии. Видимо, они так видят своего кандидата. Второй странный вопрос — это, ну, точнее, сначала мне показалось странно, потом я поняла, что они хотели. Это что для меня сложность? Описать в моем опыте ситуацию, когда я столкнулась со сложностью какой-то вот. В целом, да, то есть это такие вопросы мотивационного характера. Я такие вопросы задаю на первом этапе собеседования, если мне что-то непонятно, и я вижу какие-то риски и красные флаги в профиле у кандидата. Если он мне что-то там отвечает непонятно, я уже вот задаю как раз-таки такие вопросы. Но в целом, чаще всего, как бы, да, если кандидат адекватный, то я просто опускаю эти вопросы и не спрашиваю. И часто уже HR внутри компаний, они могут задать такие вопросы. И, кстати, классно то, что задают в каких-то европейских компаниях, да, в начале эти вопросы. Потому что сразу уже понятно, насколько вы соответствуете друг другу по ценностям, по атмосфере, по коллективу. Ведь важно всегда то, что мы 8 часов работаем в день, мы работаем с людьми, чаще всего все равно мы работаем там с человеком, даже если мы удаленно, то нужно созваниваться и так далее. Технические навыки, они всегда технические, то есть всегда там функциональное, да, интеграционное тестирование, но везде в целом примерно одинаковое. Это на самом деле иногда спасает отсеять огромное количество кандидатов. Потому что в хардскиллах, да, действительно, хардскиллы, они важны, без них никак. Но если у тебя софтскиллов нет, то будет сложно. Я даже могу пример привести. Мы вот недавно собеседовали дизайнеров в нашу команду. Было 3 кандидата, 2 из них сеньоры, прям очень крутые. Один из кандидатов в Booking проработал очень много лет. То есть они прям сеньоры, у них очень крутые тестовые, они прям вложились прям очень профессионально. А одна middle, но мы взяли middle. Потому что, как человек, она более открытая, более такая амбициозная, и нам больше понравилось, и мы подумали, что она больше впишется в команду, чем те сеньоры. Кажется, это отличный пример. Да, это классно, на самом деле, потому что сеньоры очень часто думают, что они вот такие молодцы, они сеньоры, они все знают, и как бы им уже не надо показывать свои там софт-скиллы. А медлы и джуниоры особенно, они так замотивированы, они прям горят, в них прям в глазах читается то, что я хочу, давайте, я готов там работать больше 8 часов в сутках и больше там 12 иногда, потому что я очень хочу вот вашу команду работать с таким-то и прокачиваться. Как раз-таки по поводу поиска, да, ты, насколько понимаю, прямо нацеленно искала в Амстердаме работу. Да. С релокацией. А где ты искала? То есть какие платформы основные использовала? LinkedIn и Glassdoor. В основном вот эти 2. Еще проверяла Stack Overflow, но там редко появлялись новые вакансии. Но я прям каждый день штрудила, что там нового появилось. LinkedIn, Glassdoor. Есть там еще именно голландский, это Monster Board. Там еще куча разных источников, но мне там не очень нравилось. Ну, во-первых, все на голландском, во-вторых, ну, тоже не особо много появлялось вакансий. Здесь, кстати, очень популярно, когда HR не в компании находятся, а вот рекрутингом занимаются именно агентства. Я вот заметила, что агентства ищут кандидатов и затем уже соединяются с компаниями. В штате компании там либо один HR, либо там один-два, либо их вообще нет. Они пользуются услугами агентств. На тебя кто вышел? С тобой кто связывался? HR-компания сразу. Ну, здесь у нас компания 1 или 2 тоже HR, да. То есть на 400 человек 1-2 HR. Если они еще внутренними процессами занимаются, не только
наймом, то это достаточно много на них, видимо, лежит. Ну да, хотя, возможно, не только на Амстердам. Амстердам может не 400, а 200 или 300, но все равно это да. Вот на Кипре, например, просто там еще 200-300 был штат сотрудников на острове, а HR было очень много. Там были рекрутеры, talent acquisition менеджеры, HRBP, и их было человек 15, наверное, все вместе. Ну, на Кипре же у тебя получается международный, но с российскими корнями, да, компания была? Да, там все общение на русском, все в основном. Ну, разработчики и research and development весь на все русскоговорящие, финансисты, там саппорт, англоговорящие в основном. Можешь рассказать немножко вот не про работу именно в этой компании, да, но можно тоже затронуть некоторые моменты, а в целом про жизнь и работу на Кипре, потому что я слышу как плюсы, так и минусы. Вот что ты для себя можешь отметить? Сначала кажется, ой, это же вообще рай, офис на берегу моря, там каждый день едешь по набережной и смотришь на море, но, конечно, все приедается, и потом ты уже не замечаешь это море. Там немножко странно, что это курортное место, и ты, например, утром едешь на работу, а люди ходят там в купальниках, купаются прям вот, ну, немножко не стыковочка такая. Там классно, но что мне не понравилось, так это климат, потому что очень жарко, начиная с мая по октябрь, жара невыносимая. Но самый жесткий месяц — это июль-август, там вообще по 45 градусов, вообще на улице невозможно находиться. И это, конечно, очень мешает, это везде кондиционеры нужны. Зимой классно, зимой мне очень нравилось. Правда, зимой дома очень холодно, потому что нет отопления. Каждую зиму просто все болеют, потому что все простужаются, очень холодно. Но зимой очень красиво, там природа, такое небо, оно все в тучах, в облаках. Поэтому зимой круто кататься там по разным местам. Ты же в Лимассоле жила, получается, да? Да. Но в целом, если ехать в одиночку на Кипр, то, мне кажется, это очень грустно, скучно, одиноко, потому что там заняться нечем. Туда больше едут семейные люди. Если компания перевозит всю семью, то тогда хорошо, да, там с безопасностью все в порядке, там можно даже не... Ну, в некоторых районах можно не запирать там дверь от дома или от машины. Сейчас не знаю, как там с преступностью, но было, в принципе, довольно безопасно. Плюс море, если там дети, то для них хорошо. То есть можно ходить каждый день к морю купаться. А так вот я одна поехала, мне было очень скучно, просто вообще делать нечего. У нас даже в компании собралась группа людей, у которых нет семей, и мы постоянно собирались вместе потом уже тусоваться, потому что делать нечего. Я слышала, что есть комьюнити какое-то IT, там разные тусовки проводятся и так далее. То есть этого все равно не хватает. То есть это все равно рабочие тусовки какие-то, да? Ну, там в основном были такие все разговоры о стартапах, о проектах. С семьями могли собираться. Ну, то есть, не знаю, не любому подойдет такой формат. Было комьюнити мамочек русских или жен, которые приезжают с мужьями разработчиков. Декабристы. Да. Они там устраивали какие-то посиделки. Потом у нас компания начинала тоже проводить, у нас каждую пятницу были тусовки на крыше, у нас там свой бар был, мероприятия тоже для там девушек, для детей, просто какие-то корпоративы чаще собирались устраивать, чтобы людям не было скучно. Везде свои плюсы и минусы. На Кипре хорошо платят, хорошая погода зимой, туда можно приезжать зимовать, но тоже есть там минус отопления, да? Красивые виды. Да. И, по сути, все. Кому-то нравится такая жара, и вот кому нравится, им вообще отлично. Там, я слышу от некоторых, что им вообще здорово, что лето постоянно. Вот. Ну, им, конечно, понравится, но я просто поняла, что нет, это не для меня. А потом ты куда, получается, уехала? Потом я уехала во Львов. Это было очень интересно, потому что обычно, ну, релокейт — это когда компания же перевозит. А тут я просто уехала без документов, без работы. Я сначала делала документы, потом искала работу, и в итоге я 4 месяца не работала вообще. А во Львове ты сколько проработала и в какой компании? Я сначала устроилась удаленно в одну компанию. Кстати, по-моему, это была российская компания. Они там платили в долларах.
Но все равно меньше, конечно, чем на Кипре. Мне это очень-очень не устраивало. Мне прям не нравилось там работать. Плюс они меня взяли зачем-то сеньор QA-инженером. В общем, я там недолго проработала, всего месяц, наверное. А потом устроилась в офис, большую аутсорсинговую компанию. GlobalLogic называется. И я там больше года, год и 3-4 месяца где-то проработала. В некоторых компаниях действительно есть непонятное совершенно разделение junior, middle и senior. Иногда просто это по годам, и не по обязанностям, и не по навыкам. Поэтому стоит каждый раз уточнять на собеседованиях, что тебе конкретно нужно будет делать. А там уже пусть сами думают, собственно. Как ты потом оказалась, получается, после Львова в Амстердаме? Я искала очень долго, штрудила вакансии, собеседовалась несколько месяцев. Я начала, наверное, искать в мае. Первое собеседование было, наверное, в июне. И вот в сентябре я получила оффер. Я даже вела список, чтобы не забыть, куда я уже откликалась. Я помню, их было 90 почти штук. Половина почти сразу же отказ, половина не отвечают. И я только с 5 компаниями общалась, в принципе. Не очень хотелось, поэтому я не сдавалась и пыталась. Понятно. А какие сейчас ты видишь плюсы жизни в Амстердаме? Mm-hmm. Пока, наверное, минусы очень сложно сказать, потому что третий месяц, все в одушевлении. Скорее всего. Да, но из минусов, ну вот здесь все-таки погода не каждому понравится, потому что здесь может резко вылезти солнце, резко пойти дождь, ливень. В основном здесь очень темно, серо, уныленько, так сказать. Плюс очень влажная погода, то есть если здесь минус 5, то это очень холодно, просто очень холодно, потому что влажность высокая. Мне нравится, что разнообразие, то есть нет такого, что целыми днями дождь или целыми днями солнце, постоянно что-то вот разное, то так, то сяк. А в целом, ну пока сложно сказать, потому что все закрыто. Я когда приехала, уже заведения не работали, только на вынос. Но работали всякие магазины разные и салоны. Из минусов здесь все очень дорого. Но не сильно дороже, чем на Кипре. Вот если сравнивать, например, еду в заведениях, в магазинах, не сильно дороже примерно. Вот, ну, примерно точно так же. Проезд дороже, но можно на велик кататься. Вот, да, из плюсов еще инфраструктура. То есть хоть общественный транспорт, там велосипед, каршеринг. Для великов тут вообще все очень круто. У них даже есть свои светофоры для великов, свои дорожки, все очень удобно, интуитивно понятно, и даже, не знаю, маршрутом можно спокойно ехать, вот мне было сейчас страшно. Здесь даже многие детей возят там в школу, в садик, там специально есть велики, где впереди такая корзинка, и туда садят детей, и это так забавно. И да, лучше покупать велик попроще, потому что хотя бы раз в жизни у каждого здесь украли велик, да. Поэтому дорогое какое-то покупать нет смысла. Ну, из минусов еще здесь дорогое жилье. Ну, в целом все. А если говорить про зарплаты, например, тестировщика, QA-инженера на Кипре, в России и в Амстердаме? Примерно среднюю, например, можешь ли сориентировать? Вот на Кипре, помню, мы хайрили таких ниджунов, ну, там, middle или middle plus за 3000 евро. На руки. В России у меня был максимум в Казани, когда я уезжала, 50 тысяч рублей. В Голландии, ну, в среднем, по-моему, 60 в год, 60 тысяч евро в год — это гросс. То есть минус еще где-то 30%, да, 30-40 налогу, да, в Голландии. Есть рулинг, здесь так называемый, если компания перевозит тебя из другой страны, как highly skilled migrant, то можно подать заявку на то, чтобы только 30% дохода облагались налогом. Я по этой программе как раз подхожу, и я меньше налог, то есть, плачу. И получается на руки это сколько у нас? Около 40 в год? Ну да, наверное. И это если на месяц пересчитать для наших российских слушателей? Где-то 3,5, наверное. 3,5 евро. Ну да, выше получается в любом случае, чем на Кипре. Но если сравнивать, например, уровень жизни на Кипре и в Голландии, это же два разных уровня, то есть в Голландии же выше намного, да? Да, здесь, во-первых, цивилизация. Это не кусок земли где-то там в море. Да, это, конечно, ощущается, потому что на Кипре все развитие отстает на 10 лет примерно. И это прям чудо.
там время останавливается. А здесь все более развито, здесь там даже сервисы, если куда-то там зарегистрироваться, ну, какие-то даже государственные сервисы, все делается онлайн, через там приложение, все очень удобно. Единственное, что медицина. Здесь она, что на Кипре, что здесь, она, ну, на таком уровне, не очень таком, даже не знаю, как это назвать. Ну, здесь просто на Кипре, в принципе, медицина, она, во-первых, дорогая, а во-вторых, очень сложно найти хороших врачей, которые не махнут рукой, не скажут, что «а, все пройдет», а реально займутся проблемой. А здесь, ну, здесь обязательно страховка, ее нужно персонально оформлять. Ну, то есть не компания оформляет, а вот ты сам. Нужно найти своего врача лечащего. И говорят, что если с какой-то жалобой обратиться, то он сначала даст просто аспирин и скажет: подожди недельку, если не пройдет, звони. То есть такой способ лечения. У меня такой вопрос еще остался. Вообще, как ты пришла в IT? Почему? Я знаю, что в школе, в школьные времена ты очень любила сидеть там за компьютером, иногда за нас делала какую-то домашку, помогала нам всегда. Да. С этого все началось, можно сказать. Да, я помню, мы домашки делали с Ильей на весь класс. Нам за это несли йогурт и шоколадки. Я вспоминаю это время. Ну да, интерес начался тогда. Их вариантов просто не видела, поэтому, да, пошла в IT. Время учебы долго не могла понять, мое это или нет. Ну, программирование мне очень сложно давалось. Я даже помню, мне один препод поставил зачет со словами: «Надеюсь, ты не будешь работать в IT». Что-то такое. Программирование, да. Да, или не будешь там разработчиком, что-то такое, в общем, он сказал. Но потом я просто после второго курса, помню, хотела уже начать работать, как-то вот на жизнь зарабатывать, не знаю, чтобы свои деньги появились. Я сначала думала там на студентскую подработку поискать, там, я не знаю, где-нибудь работник торгового зала, там что-то вот такое. Там была одна компания, которая там можно было выбирать часы и выбирать там или официантом куда-то пойти, или там барменом, или там в какой-нибудь магазин в Меге перебирать вещи. Вот, я сначала туда пошла, потом поняла, что это не мое. Мне просто очень не нравилась вот такая вот физическая работа, если можно так сказать, где нужно постоянно на ногах стоять. Ну и плюс очень мало платили, это было 15 рублей в час, я помню. Вот, это если 10 часов в день стоять, это всего 150 рублей. И, ну, просто решила попробовать, что я же вроде учусь, у меня же есть какие-то знания в голове, почему бы не попробовать найти там по специальности. Я сначала пошла, помню, на Java-разработчика, ну, джуна, естественно. Uh-huh. Меня заставили писать код на бумажке. Ну, естественно, меня туда не взяли, потому что достаточно было знаний для такой позиции. Ну и потом вот попробовала на помощника сисадмина в компанию, и там же мне сказали, может тебя лучше тестировщиком взять, и сразу другие вопросы задавали. Помню, спросили про SQL что-то, ну, каких-то вот пару вопросов, сказали, ну ладно, давай попробуем. И вот таким образом я оказалась, я там проработала очень больше года. Я пошла просто, ну, с мыслями, не понравится, уйду, попробую. Вот так. И в итоге так и осталась. То есть, когда ты начинала, у тебя прямо, ну, как таковых страхов не было? Просто вот попробую, если получится, то там останусь. Если нет, то нет, собственно, буду дальше искать. Ну, страхи были, конечно. Всегда страшно начинать что-то непривычное. Я тогда поняла, что то, чему нас учат в универе, это совершенно другое. В реальной жизни все совсем по-другому происходит. Я поняла, что очень важно не только учиться, но еще и где-то работать, набираться реально опыта. Было страшно, потому что я не знала, что это, как это. Плюс мне нужно было совмещать с универом. Я как бы на полставки работала, но мне платили почасово. Поэтому я потом все больше и больше сидела в офисе по 30-35 часов в неделю. Но еще при этом пыталась как-то учиться. Ну, мне нравился такой режим универа, работа, и не сидишь все 8 часов в офисе, потому что это было невыносимо скучно мне тогда в то время, но при этом еще и делаешь что-то важное. Мне кажется, здесь очень большой урок, который можно сказать вот тем ребятам, которые только начинают сейчас в IT и свой путь, возможно, сейчас уже в университетах учатся, либо на каких-то курсах, именно пробовать и искать какие-то стажировки, да, где-то начинать искать свой первый опыт работы и так далее, чтобы именно понять вообще, как это работает, что тебе интересно и так далее. Прямо во время учебы это все дело начинать. Да, согласна. Но хочу сказать, не нужно никогда соглашаться стажироваться бесплатно, просто, ну, не надо этого делать, не нужно.
не надо недооценивать свой труд. Некоторые компании даже есть стажировки и обучение, то есть платные, они тебе еще платят. То есть ты какую-то рутину все равно делаешь, приносишь какую-то пользу компании, и потом, когда там обучение, стажировка заканчивается, если ты успешный ученик, студент, работник, они тебе уже предлагают перейти в штат. Да, джуниор каким-то разработчиком, тестировщиком и так далее. Но это классно, то, что сейчас делают ребята. Оставим на тебя ссылочку. Можно ли на Инстаграм? Инстаграм, да. У меня еще очень большой опыт в собеседованиях именно в разные страны. Я помню, еще когда с Кипра хотела переехать, мы рассматривали разные страны. Там Берлин, Чехия, в основном в Эстонию, и в Голландию тоже немножко собеседовались. Вот, в Украине, потом сюда, и очень-очень много собеседований, не знаю, я уже прям такой... У тебя уже есть список вопросов основных, которые задают, да, наверное, тестировщик. Да, мне кажется, очень такой навык отточен, и да, я даже могу сказать, что в автоматизации, например, очень сильно я развилась в автоматизации именно при выполнении тестовых, потому что это интересно, хочется сделать хорошо, хочется сделать прям вот, чтобы было там, вау, круто. И поэтому вкладываешься, ищешь, там, гуглишь, пытаешься, там, сидишь до ночи, и это действительно очень хорошо прокачивает. И к тому же это делается не впустую. Например, я не могу просто учиться, просто там писать, чтобы научиться. Ну, зачем? А вот когда есть смысл, там, чтобы тестовое сделать, или там, чтобы работу облегчить, вот это уже другое дело, вот это уже мотивирует. Да, 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 согласна с тобой. Спасибо тебе большое, то, что выделила время, то, что пообщалась в субботу. Я думаю, что многим будет интересно послушать наше интервью. Оставим на тебя ссылочки обязательно. Возможно, кому-то будет полезно у тебя взять какой-то совет. Хорошо, спасибо большое тоже за интервью, было очень интересно.